надорвался на работе. Он столько сделал, в некрологе не поместилось. Да, он так любил искусство. Только он мог это осилить. И никогда не роптал. Погиб на рабочем месте. Мой дорогой, мы продолжим твое дело. Ах, и никогда тебя не забудем. Никогда не забудем твои бессмертные слова. От крысы до человека 3% ДНК и украденная картина. Ваша задача – вызывать доверие, быть симпатичными, не показывать злость, агрессию, силу. Теперь о живописи. Дерзайте, вы талантливы, а копировать большого таланта не надо. Кого копируем? Показывайте ваши наброски. Золотая осень, левитон. Так держать. Нет, вот так держать. Три богатыря, Васнецов. Почти хорошо. Но не забудь, пальцев всего 5, а не 4. Девочка с персиками. Серов. Персиков? Маловато. Добавить фруктов, и можно брать в работу. А это еще что такое? Черный квадрат Малевича. Похоже. Только это ж каждый сможет! И хорошо. И запомните, все очень просто. Вы копируете вышеозначенные картины, потом меняете оригинальные работы на свои, и оригиналами гениальных произведений наслаждаются те, кто их достоин. А этим достаточно копий. План понятен? Гав! Моя любимая передача. За Москворечье появилась очень талантливая рисовальная школа. Таланты и все в одном районе. Коты преуспели в живописи. А псы в графике. Так, да это же рядом с Третьяковской галереей. Это великая сила искусства? Нет, я материалист. Так, думаю, нужно допросить этих гениев. С пристрастием этих гениев. Это кому же памятник? А Третьякову, основателю галереи, купцу второй гильдии. Он начал собирать коллекцию с середины 19 века и готовил ее в дар Москве. Очень благородно. Да. Его основная идея была, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу. А что это он? Именно. Ест персики. Одним словом, Серов. Разрешите представиться. Искусствовед Муров. Это мой ассистент и коллега, господин Гавов. Сердечно рад. Учитель этих молодых талантов, декан Кисточкин. Интересуетесь нашими достижениями? Да, вот телепередачу видели. И все у вас. Ах, вот что. Лишнее внимание ни к чему. В смысле, это, конечно, приятно, популярность и все такое, но... Пройдемте. Я представлю вам своих
гениев. Мой педагогический метод основывается на трех китах. Копирование, копирование и еще раз копирование. Интересный метод. Новаторский. И место выбрано удачно. Кругом шедевры великих мастеров. Да, конечно. Вот Виктор Михайлович Васнецов. Художник-живописец, мастер фольклорной живописи. Он первым обратился к былинно-сказочным сюжетам. А вот, разрешите представить, один из моих лучших учеников, кот Добрыня. Настоящий талант, копирует «Три богатыря». Васнецов писал эту картину 20 лет, а Добрыня справился за 20 дней. Какая же она большая? Да, 3 метра на 5 метров. Ничего себе! Да. Не нравится мне все это. Уж слишком сказочно. Согласен. И это блинно. Валентин Серов написал свою картину в 1887 году в Абрамцево, усадьбе Савы Мамонтова. Серову тогда было 22 года, на картине «Вера Мамонтова, дочь хозяина усадьбы». Этот портрет висел в усадьбе, где он и был написан. Теперь там находится копия картины, а оригинал перед вами. И это ваш ученик? Да, очень любит персики. Слишком. А сардельки? Никогда. Он вживается в образ. Ну, про золотую осень рассказывать таким. Ну, разумеется. Нам, искусствоведам, про этот шедевр многое известно. Именно. Картина написана Левитаном в 1895 году в усадьбе Горка, не Горки. Да, Левитан уже было собрался ехать в гости к своему товарищу по кисточке, но, по его собственным словам, его потянуло работать. И неделю Левитан не отходил от холста. Да, вот что называется вдохновение. А почему этот студент ничего не рисует, а? Готовится, собирается с духом. Важен эмоциональный настрой. Черный супрематический квадрат Казимира Малевича написан в 1915 году. Одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в русском искусстве. Чтобы создать копию, нужна эмоциональная дерзость. А техническая сторона занимает считанные секунды. Это полотно является по замыслу частью триптиха, в составе которого также присутствует черный круг и черный крест. Их тоже будете копировать? Обязательно! А для того, чтобы прочувствовать всю силу черного квадрата, необходимо погрузиться в настоящую черноту. Не пугайтесь, это тоже часть моего педагогического метода. Позвольте, так... Подумайте, какой необычный метод. Гавов, вы не находите? В такой темноте я ничего найти не могу. Поищите рубильник. Пройдемте, я заметил его в зале Васнецова. Ой, что-то упало. Все куда-то пропали. И все пропало. Шедевры украдены. Это копии. Точнее, подделки. Это копия! Это не копия, а черт знает что. Видите? Здесь явно мы пересекаем отводной канал. Да, находимся, так сказать, прямо под ним. Понятно.
Ну, нет, здесь можно жить, только пахнет противно. И даже очень пахнет, пардон, скунсом. Дорогая мамочка, как ты себя чувствуешь? Таблетки принимала, а желтенькие? Мамочка, не волнуйся, все идет по плану. У него все идет по плану. У нас тоже. Гений, как вы поняли? Очень просто. Ну что, будем брать союз художников? Только на общем собрании. Я еще вернусь! Мамочка, не волнуйся, все идет по плану.